Всем привет! Мы с вами находимся в Центральном парке. Сегодня у нас на Hall of Fame 100 квадратов происходит открытие сезона. Рисуют 7 художников, делают свои авторские работы, которые объединены общим фоном и схожим цветовым решением. В галерее у нас сегодня открывается выставка «Жертва поп-культуры». Это персональная выставка новосибирского автора Славы Псайха. Это не первая моя выставка, это вторая по счету, но плюс-минус более спланированная, организованная. Я рисую граффити, я рисую иллюстрацию в таком комиксном стиле. Ну, комиксы повлияли вообще и на меня, и на личность, так скажем, и на мои интересы, и на творчество в том числе. Поэтому такой стиль на грани между граффити таким стандартным и комиксным стилем, таким мультяшным, стилизованным, супергеройским даже бывает. Сегодня мы присутствуем на открытии галереи 100 квадратов сезона 2022 года. Очень яркая, насыщенная программа. Я очень рад, что сегодня на открытии много заинтересованной молодежи. Управление молодежной политики, департамент в целом всегда поддерживает инициативы стрит-арта, уличной культуры.